не пойдет, надо громче поздороваться, ведь я с вами здороваюсь. Ну что ж, друзья, добрый день, здравствуйте! И добро пожаловать на второй открытый окружной рыболовный фестиваль «День Югорского Муксана». Добрый день, уважаемые Карта-Войсейские жители района, рыбаки, любящие рыбу, просто с любовью глядящие, кто любит рыбу. Сегодня мы проводим второй фестиваль. Он носит красивое название «День Югорского Муксуна», потому что в Казани говорится, есть река Обь и Иртыш, а еще там водится Муксун. И это все о богатстве нашего края. Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые поклонники рыбалки. Хотел сказать, любители, по-моему, обидятся, может, профессионалы здесь тоже есть. Поэтому всем поклонникам рыбалки добрый день. Рад вас приветствовать. Занятие это очень хорошее, российское. Ну, как какой-то смысл жизни, это, наверное, и промысел, и много важного для каждого хантамансийца, поэтому все это обросло достаточно большим количеством традиций, легенд даже, да. И вот благодаря нашим рыбакам ученые сделали вывод, что быстрее всех из живых существ на Земле растет рыба, которую недавно поймали. Причем растет она не по времени, да, а с каждой встречей нового человека, который ее поймал. Вот, поэтому, конечно же, это очень увлекательное занятие. Сейчас вот там самые ярые, так сказать, рыбаки, они сейчас продолжают соревноваться, да, хотели до 11, сказали, нет, будем до часу. Я думаю, что в часу они скажут, нет, будем до 5, и только после этого подводить итоги будет. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, жители города Ханты-Мансийска, и, конечно же, наши жители Ханты-Мансийского района. Замечательный праздник, и слава Богу, что те традиции Дня рыбака мы сохраняем, учитывая на то, что все же город Ханты-Мансийск был столицей рыбной в свое время, и на карте, промышленной карте Советского Союза, он стоял отдельным флажком. Отрадно то, что сегодня мы все же пытаемся возродить те традиции, которые сегодня есть, сохранить эти традиции, которые есть. Ну и, конечно же, рыба – это то блюдо, которое всегда присутствовало на столах наших югорчан. И до сегодняшнего дня мы всегда считаем, что сохранение, именно если говорить уже о дне Муксуна, и говорим о том, что сегодня обязательно восстановление того и популяции, которая была у нас в реках и в Иртыше, и в Оби, это, наверное, самое главное на сегодняшний день дело. Хочу пожелать всем, конечно же, те, кто занимается промышленным уловом, хорошего улова, потому что от этого зависит их бизнес. А нашим уважаемым любителям хорошей рыбалки. Хочу от себя лично и от депутатов Думы Ханты-Мансийского района поздравить всех с замечательным праздником, пожелать самого-самого наилучшего всех в семьях и, конечно же, в удачи в рыбалке. Всего доброго. Спасибо большое за эти теплые слова. Это вам говорят, чтоб рыбу будете кидать, окна не побейте в домах. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп!
Ветка закончится, где просто не покупка. Ну ладно. Ну что, ребята, силовые скрины сейчас затаили дыхание, потому что вот не попытка. Останется не в этом году. Подождите, там ходит бабушка. Да, то может быть. Боинг! Я бы так сказал. Потом сказал, и будет ведь. А, из-за спины надо, неправильно. Просто люди боятся, что когда он бросает, они начинают разбегаться. Не, я в любом случае, неважно, насколько далеко вы бросаете, самый высокий бросок это точно ваш. Ну что ж, давайте поаплодируем еще раз представителю города Хантамансийска. Но я напоминаю, это явное преимущество своими объемами. Итак, еще один представитель. Откуда? Ханты-Мансийск. Егор, скажите, пожалуйста, я просто сам из Сургута. Нас не часто встретишь таких ребят здоровых. Что вы едите? Обычную еду. Часто едите рыбу? Идите, поэтому такой здоровый. И так хорошо. Ух ты ж. Мне сейчас очень любопытно спину напоминать. Это Ну я напоминаю, те, кто здесь присутствует, девчонки, и думают, блин, а где для нас испытания? А я напоминаю, для вас есть испытания. Это метание весны на дальность. Классный результат, давайте поаплодируем в любом случае. Евгений Петрович, директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Дорогие друзья, я прошу, постараюсь бросить тяжелее, чисто так, чтобы всех вас заинтересовать и призывать. Вот почему это почему рыбачит наш коллега, рыбак. И поймал отбил, через себя, подальше. А в мире проходит очень много конкурсов. Вот международные соревнования. Приезжают тысячи людей. Вот хотел бы, чтобы наш соревнование бросание улова, оно было тоже международным. Приезжали бы в сосед Веси, к нам в гости. И постарались откинуть богатый, добротный, хороший улов, который они поймали. Девчонки, буксуна, дети, стрелядочку, ну уж мужчина там эльму. И беру за результат, откину куда могу. Откину поближе, чтобы быстрее взять. Но для того, чтобы был бы ритуал, был бы праздник. Итак, ваша поддержка. Директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Вторая попытка. Нормально. Подождите, вы сказали, что просите недалеко. Знаете, вы нас заинтриговали. Вы представили себе. И говорят, 74 метра, представляете, это новый рекорд. Ну что ж, хорошо. Итак, следующий представитель, кто готов попробовать свои силы, я уже вижу, как он хочет это сделать. Напоминаю, неважно результат, на самом деле. Слышь, бросок, на грудь прими, под пышухою тельняшка, под тельняшечкой жетон. Мы по кругу бьем из фляжки за десантный батальон. Нам рукава повыше,
друже, ми видержим з тобою, браток, бивала дуже. Чим там пилі не пиль, а погода не беда. Пригнем в гори, пригнем в море, если надо хоть куда.
я це силового екстрима Ironman Югра город Сургут. Победители и призеры чемпионата России по силовому экстриму, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, бодибилдингу, Ironman Югра город Сургут. Чемпионы чемпионов, да? За второе место в метании улова награждается Алексей Кожакин! Где-то мы его видели до этого, да? Представляете? Он завоевал второе место. Он представитель города Ханты-Мансийска. Сегодня метнул на феноменальные 19 метров. Абсолютный чемпион в метании улова. Встречайте! Выпускает молодь Муксуна в реку Иртыш. 5, 4. А давайте поможем. 3, 2, 1. На волю пошли. Бежали, ребята, дети. Тут все уходят. А убегают, не хотят туда. Прячутся. А это маленькая. Ну, так и будет здесь. Вот сейчас ловить-то. Лови. Живи. Представься, пожалуйста, как зовут? Марат и Саид. Кто-то сейчас победит. Лава. И это Саид! Еще раз. Следующий, кто готов? Выбирай хват. Как зовут? Эмиль, веришь в победу? Как зовут? Максим или Эмиль? Сейчас. Медведь. Давай, Макс! Давай. Макс! Макс! Давай, мне кажется, что Эмиль воспринимает вас как тренажер. Ну, смотрите. Ваша группа поддержки. Андрей против Алексея. Эвакуатор. Хитро. Попытался переиграть своего соперника. Давай, Лёха! Оп! Я поозвучиваю. Есть дрыщи, которых можно выиграть сегодня? Надеюсь, ты меня тоже выиграешь. Да ладно! Эвакуировали сейчас, по ходу дела, кого-то. Тягач! В угор! А, здесь все. Тягач, угор, эвакуатор, медведь. Ну и там пацан какой-то его выиграли уже. Тянем! Вот это да! Отомстил за первую победу! А вы заметили, дождь закончился? 1-1! Даже дождь боится падать на этих ребят. Победа! Я отжал айфон у человека, представляете? Помните меня! Это последнее селфи в моей жизни, которое я держу. Ну что ж, хорошо. Итак, у нас уже позади первый круг. Так, теперь два, у нас... Четыре. Да? Эй, ты дрыщ! Давай соревноваться с тобой. И поддержка! Я выиграл! Давай,
нифига. Мне клёвая игра. Спасибо, спасибо. Я говорю, что я занимался спортом. Слежу эти соревнования. Если вы хотите потерять немножко своей самоуверенности, выходите против меня потом обязательно. Блин, если б не ты, я бы сегодня везде вот так вот ходил. Спасибо. Честно говоря, сейчас вот многие понимают, ты ждут финала на самом деле. Ну что ж, итак, вот он, начинается экстрим. Понеслась, можно сказать. Вот здесь вот очень интересно, я просто уже со всеми познакомился. Тягач против медведя. Честно, мне бы хотелось, чтобы выиграл медведь. Ну, болею за эвакуатора. Вот так вот. А давайте кто за тягача наша аплодисменты? Была тактическая борьба, он специально отпустил, чтобы он сейчас спину себе сорвал. А вот сейчас он его выиграет. Хитрый ход на нем. И тягач побеждает! Все, сиди, оставайся. А все? Давай здесь наградим. Это как будто бы ясно.